вода в непривычном для лета состоянии стала поводом для бурного обсуждения среди ангарчан. Они увидели рядом с одним из торговых центров города декорации, которые больше подошли бы к празднованию Нового года. Фотодоказательства выложили в сеть. Прямо на площадке перед комплексом лежала куча снега. Ее тут же облюбовали дети. Предположение о происхождении сугроба была масса. Кто-то выдвинул версию, что эту гору привезли с Северного полюса. Другой очевидец допустил, что холодный символ зимы доставили с холодильников ближайших магазинов. Но на самом же деле здесь проходил традиционный байкерский Новый год. Обычно его устраивают в конце июня. А гору снега прислали с хоккейной арены «Ермак». После обработки покрытия там остается очень много ледяной крошки. Если вы стали свидетелем подобного, звоните в рубрику «Народный корреспондент». Она для наблюдательных и неравнодушных.